как нам важно понять, что все то, что мы имеем как христиане, все обетования, все славные пророчества о втором пришествии, о воскресении из мертвых, о новой земле, новом Иерусалиме, это не просто даты во времени или события, или места, это Господь. Да, все это произойдет, все эти пророчества исполнятся, никто ничего не отменяет, но мы должны понять, что смыслом наполняются они только тогда, когда в них присутствует Господь. И Иисус есть и воскресение, и жизнь. И Иисус есть новая земля. И Иисус есть второе пришествие. И тот, кто имеет Иисуса, имеет отношение с Ним, имеет общение с Ним, тот имеет и воскресение, и новый Иерусалим, и вечную жизнь. Все в личности Господа. А все остальное всего лишь оболочка вокруг самого главного. И тот, кто имеет Господа в жизни своей, эта вера должна быть видна в его поступках. Чтобы не получилось так, что мы только говорим, заявляем, что мы верим в те славные пророчества, а когда что-то нужно сделать в соответствии с этим знанием и с этой нашей верой, то нас не хватает. То, как мы верим, должно проявляться снаружи. Держитесь Господа, верьте Ему, потому что именно